Hare Krishna. Welcome to the evening session. Добро пожаловать на вечернюю лекцию. Все вы участвовали в Абишеке? Some of you did Abhishek. Кто из вас участвовал в Абишеке? Boy, that's why. I thought it would take a little longer, but we're fast track. So, we're going to speak on Lord Balaram. Сегодня мы будем говорить о Господе Балараме. And I was supposed to see few devotees individually. И потом я еще встречусь с несколькими преданными. I'll meet them after the lecture. После лекции. Because I have a train at 10 o'clock. И еще у нас поезд в 10 вечера. Welcome to the program this evening. Добро пожаловать на вечернюю программу. And I think they're cooking double prasad now. Because I know the later you eat, the more you eat. Сейчас готовят в двойном количестве просад, потому что знаю, чем позже вы будете есть, тем больше будете есть. Otherwise you eat before the lecture, you fall asleep from there. И если бы вы поели перед лекцией, вы уснули на лекции. I'm going to have a little trouble with my throat in the evening lecture. На вечерней лекции мне немного сложнее будет с горлом. We will try our best. Но мы постараемся. It's hard to give two lectures a day and to give darshans all day. Трудно читать две лекции в день и еще даршану целый день. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Actually, Lord Balaram is here on the 18th. День явления Господа Баларама был 18 числа. And we celebrated it on a grand scale in Yaroslav. В Ярославле мы большим размахом отметили этот праздник. Виджагурачандра suggested we could do it today here also. Но Виджагурачандра Прабху предложил, чтобы здесь сегодня также мы провели этот праздник. So you are happy with that? Вам нравится эта идея? Да. So you had the Krishna Balaram Abhishek, and did you see the lotus feet of Balaram, the white Charanam Shila? Итак, у вас была Абхишека Кришна Баларама, и вы видели лотосную стопу Баларама, белая шила такая? Yes. Yeah. So now we'll have a little discussion. Теперь у нас будет небольшая лекция. We have limited time because we also have to meet some individuals. У нас время ограничено, поскольку нам нужно еще встретиться с несколькими преданными. И я не хочу, чтобы вы все постоянно смотрели на часы в ожидании просада. Не хочу, чтобы сломались ваши часы от того, что вы на них слишком много. Поэтому лекция не будет слишком длинной. Сегодня утром мы говорили о Господе Шри Кришне. In the words he read, it was explained by Vasudeva. Krishna is beyond the material mode. В том стихе, который мы читали с утра, Васудева говорит о том, что Кришна выше всех материальных гун. So is Balaram. И тоже относится и к Балараме. Bal means strength. Бала означает сила. Now there are two types of strength, as Prabhupada explains in the ninth canto. И в девятой песне Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада объясняет, что бывает сила двух видов. One is material strength, and the other is spiritual strength.
одна материальная сила, другая духовная. But you understand the requirement, you understand people go to gymnasium, do bodybuilding. Чтобы обрести материальную силу, люди ходят в спортзалы, в качалки. Savana refers to spiritual strength. Но Бала в имени Баларама означает духовная сила. So they understand the spiritual strength. Это духовная сила. But to get spiritual strength, we have to make some sacrifices. Для того, чтобы обрести духовную силу, нужно пойти на некоторые жертвы. So Бала means spiritual strength. He's the source of spiritual strength. Итак, Бала – это духовная сила, Баларама – это источник духовной силы. And why are all of you here? И почему вы все здесь? To get free prasad. Чтобы бесплатный просад поесть? No, here because you want spiritual strength. Вы здесь, потому что вы хотите обрести духовную силу. You want to make spiritual advancement. Вы хотите духовно совершенствоваться. Rama means one who gives pleasure. Рама означает тот, кто дарует радость, счастье. So if I was to ask you, how many of you want pleasure? Everyone say, I want spiritual pleasure. Если вас спросить, кто из вас хочет счастье, духовное счастье, все вы скажете, я хочу. So, Lord Balaram is the source of spiritual strength and the source of spiritual happiness. Итак, Господь Баларама – это источник духовной силы и источник духовного счастья. When the Lord appears, His eternal associates also appear. Когда Господь является, Его вечные спутники также приходят с Ним. As Krishna says in the fourth chapter, Yada yadai dharma signami bhavati bharata vyasana dharma sadhya siddhatma shri jamiham. They appear from time to time in different forms. Krishna говорит, я прихожу из эпохи в эпоху в разных формах. And he appears to establish religion. И он приходит для того, чтобы установить религию. And his eternal associates appear with him. Его вечные спутники приходят вместе с ним. Just like Vasudeva and Devaki, the mother and father of the two brothers. Как Васудева и Деваки, мама и папа Кришны и Баларамы. This was not the first time they became the parents of the child, of Krishna and Balaram. Не первый раз они стали родителями Кришны и Баларамы. This was the third time. Это уже был третий раз. And this time, they had performed austerity for 12,000 celestial years. И в этот раз они совершали аскезы 12 тысяч лет полубогов. They only ate dry leaves. Они ели только сухие листья. But don't worry, we're not giving you dry leaves for prasad. Но не беспокойтесь, сегодня на просад не сухие листья будут. And they inhaled fresh air. Также они питались воздухом. And they were constantly meditating 24 hours a day. И они постоянно медитировали круглые сутки. We have the Lord as our son. Пусть Господь станет нашим сыном. So, Balaram is the original expansion of the Supreme Lord. Баларама является изначальной экспансией Верховного Господа. And he represents and the spiritual master represents Balaram. И духовный учитель является представителем Баларама. In the 10th canto, you read about the appearance of Balaram and Krishna and their pastimes. В 10-й песне описано явление Баларамы, Кришны и их игры. Prabhupada gave us the entire 10th canto in summary form in the Krishna book. Шрила Прабхупада дал нам всю 10-ю песнь в форме книги Кришна. How many of you have read the Krishna book? Кто из вас читал эту книгу на русском? So, you are very fortunate. Вы очень удачливы. So, Vasudeva and Devaki had just got married. Так Васудева и Деваки только поженились. And Kamsa, the brother Devaki, even though he had hundreds of servants, thousands, he more thought, let me drop my sister to her house. И Камса, хотя у него было, были тысячи слуг,
он решил сам отвезти свою сестру в дом Васудева. He was escorting his sister-in-law home when the divine voice warned him that, you fool, you know what you're doing. The eighth son of your sister is going to be responsible for your death. И когда он вез свою сестру в дом ее мужа, то в этот момент с неба раздался голос, который сказал: «Камса, ты глупец, ты везешь свою сестру, но ее восьмой сын станет причиной твоей смерти». Камса был демоник. Камса был демоном. Demons, what do they think? They only think about their own welfare. Демоны думают только о собственном благе. Правда? That's universally true even today. И это так даже сейчас. Demons only think about their own welfare. Демоны думают только о собственном благе. Камса was ready to kill his sister. И Камса сразу был готов убить свою сестру. When our lives are in danger, we have to use intelligence. Когда наша жизнь в опасности, нужно использовать свой разум. Васудева увидел, что жизнь его жены в опасности. Камсел, why do you want to kill her? И он сказал ему: Камса, почему ты хочешь убить ее? Your fear is the eighth child. Тебе нужно бояться восьмого ребенка. So there's no problem. Every time a child is born, I'll bring him to you, and then you can decide whether he should live or not. И если у нас будут рождаться дети, я буду приносить тебе каждого ребенка, и ты будешь решать, жить ему или не жить. Why do you have to kill your sister? Зачем тебе сестру убивать? The argument made sense to Камса. И этот аргумент показался Камсе разумным. And the six sons of Kamsa, of Devaki, were brutally killed by Kamsa. И впоследствии Камса убил шестерых, жестоко убил шестерых сыновей Деваки. Now this has another important message for us, according to the Acharyas. И в этом есть очень глубокий смысл, как объясняют нам Ачарьи. And then the Lord ordered the Yogamaya potency to appear, and Balaram, who was the seventh child, was transferred from the womb of Devaki to the womb of Rohini. И затем Господь Кришна приказал своей внутренней энергии Йогамайи перенести Баларама, который был седьмым сыном, из лона Деваки в лона Рахини. Vasudeva had more than one wife. Devaki was there with him. But then Gokul, Nandaraj, and his father was staying. And one of his wives, Rohini, was staying with them. У Васудевы было больше, чем одна жена. И Деваки была с ним, а в Гокуле под защитой Нанды и Ишоды жила Рухини, еще одна его жена. Before Lord Balaram appeared, the six sons of Marichi, which is the mind, were killed by Kamsa. И до явления Господа Баларамы были убиты шесть сыновей Маричи, которые являются олицетворением ума. These six sons represent six major anarthas. Эти шесть сыновей представляют собой шесть главных анарх. Kam, Krodh, Lobh, Moh, Manmatsarya. Six major anarthas. Lust, anger, greed. Вожделение, жадность, гнев. Madness. Безумие. Illusion. Иллюзия. Envy. И зависть. Lust is our enemy, as the third chapter of the Gita explains. Вожделение является нашим врагом, как объясняется в третьей главе Бхагавад-гиты. Scriptures say they can never be satisfied. Писания говорят, что невозможно удовлетворить вожделение. Then anger. И затем гнев. We get angry so fast. Очень легко гневаемся. One question that the devotees ask me
all over the world. How can I control anger? Anger is my big enemy. Один вопрос, который преданные задают по всему миру, это как справиться с гневом? Гнев мой самый большой враг. Правда? Then greed. Затем жадность. People are not greedy here, though. No? Но у вас-то здесь люди не жадные, да? Are people greedy today? Нет, люди сейчас жадные. There's a nice statement by Narada Muni in the seventh canto. В седьмой песне есть хорошее утверждение Narada Muni. Narada Muni says, a hungry man will get me satisfied if you give him food to eat. Он говорит, что голодного можно удовлетворить, если накормить его. Thirsty man can be satisfied if you give him water. Жаждущего можно удовлетворить, если напоить. Angry man can be satisfied when he shouts at you. Разгневанного человека можно удовлетворить, если дать ему покричать. Sometimes you're really angry at somebody. Иногда вы на кого-то разгневаны. You shout. Вы кричите. And the other person says, "Prabhuji, I'm sorry." И другой человек говорит: "Ой, Прабуджи, извините." And your anger goes away. И ваш гнев проходит. Then there's illusion. Зачем иллюзия? We all are illusion. Мы все в иллюзии. What is the principal illusion? Какая наша главная иллюзия? I am this body. Я это тело. I'm going to find real happiness. Я найду настоящее счастье. I don't care what the sadhus say. Мне все равно, что говорят садху. Then madness. И затем безумие. We're so deeply intoxicated with sense material that we can become mad. Нас настолько опьяняют материальные желания, что мы становимся безумными. Then enemy. А затем зависть. We are here in the first place because of our envy towards the Lord. Мы здесь оказались-то как раз из-за своей зависти к Господу. So we are envious of each other. И мы завидуем друг другу. So these six sons of Maharishi, they were killed by Kamsa, have the following message for us. И вот то, что Камса убил этих шестерых сыновей Маричи, это в этом такой смысл для нас. If you want Krishna to sit in your heart, if you have Balaram to sit in your heart, then please free yourself from lasting greed, illusion, madness, envy. Если вы хотите, чтобы Кришна появился в вашем сердце, если вы хотите, чтобы Баларама появился в вашем сердце, вы должны избавиться, должны очистить свое сердце от вожделения, жадности, гнева, иллюзии, зависти и безумия. As long as you keep the anarthas there, the Lord will not decide. До тех пор, пока в вашем сердце эти анархи, Господь не поселится там. So with the transcendental weapon of knowledge, we have to kill these anarthas. И трансцендентным, и оружием трансцендентного знания мы должны сразить эти анархи. Fortunately, you don't have to use an A-47 to kill these anarthas. К счастью, для того, чтобы убить эти анархи, вам не нужен АК-47. You know A-47? You know what's A-47? Вы знаете, что такое АК-47? So you don't need a gun license or a gun to shoot these anarthas. Вам не нужно оружие и, соответственно, разрешение на оружие, чтобы убить эти анархи. You need transcendental knowledge. Нужно лишь трансцендентное знание. And with transcendental knowledge, you can smash these anarthas. И с помощью трансцендентного знания вы можете уничтожить эти анархи. So by the arrangement of the Lord, Balaram was transferred from the womb of Devaki to the womb of Rohini. And Balaram came, made all the arrangements for Krishna to appear as the eighth child. И так, благодаря устройству Господа, Баларама был перенесен из лона Деваки в лоно Рахини, и Баларам подготовил все к приходу Господа Кришны, восьмого ребенка. Баларам appeared as the older brother of Krishna. Баларам явился как старший брат Кришны.
Sometimes he appears as a younger brother. Но иногда он приходит и как младший брат. Иногда старший брат. The older brother. Иногда как старший брат. He appears as a younger brother on Lord Ram. Он явился как младший брат Господа Рамы. Lord Ram is also the personality of Godhead who appeared in the beginning of Treta Yuga. Господь Рама – это личность Бога, который явился в начале Трета Юги. Detailed explanation of Lord Ram can be found in the Ramayana. Описание деяний Господа Рамы приводится в Рамайне Валмики. But in the Bhagavatam 9th canto, there's a summary presentation by Vyasadeva. Но в 9-й песне Шримад Бхагаватам приводится краткое описание. Вьясадева приводит краткое описание. In the 9th canto, Shukadeva Swami said, there are already so many narrations on Lord Ram. So I'll only give you a summary presentation, which is done in two chapters. В 9 главе, в 9 песне Шукадева Госвами говорит, уже есть много описаний деяний Господа Рамы, поэтому я лишь вкратце опишу их, и он описывает их в двух главах. So Lord Ram is also the personality of Godhead. Господь Рама – это также Верховный Господь. But here Balaram appeared as the younger brother. Но с ним Баларам пришел как младший брат. As a younger brother, his only Lord Lakshman, Balaram's only desire is to serve Krishna all the time. Баларама есть только одно желание – всегда служить Кришне. He is not Krishna's competitor. Он не является соперником Кришны. Similarly, Lakshman's only desire was to serve Ram. Подобным образом, единственное желание Лакшмана было служить Раме. From the moment Lakshman appeared on the planet, his constant meditation was about Ram. Как только Лакшман появился здесь, он всегда думал только о том, как служить Раме. And when King Dashrath, under the influence of his third wife, Kakai, told Ram, I want you to go to the forest for 14 years. Lakshman said, I'll also go with you. Когда под влиянием своей третьей жены Какеи отец Господа Рама Дашаратха сказал ему, что он хочет, чтобы Рама отправился в 14 лет в лес, Лакшман сказал, что он пойдет вместе с Рамой. The Lakshman was 24 hours just meditating with Ram. Wherever Ram would go, Lakshman would also go. И Лакшман круглые сутки думал только о том, как служить Раме, и куда бы ни шел Рама, Лакшман шел вместе с ним. Who was on Ram married to? На ком женился Господь Рама? Sita. Sita, after marriage, her total meditation was also Lord Ram. И Сита тоже постоянно думала только о том, как удовлетворить Господа Раму. But she was unhappy. Но она была недовольна. She said, "There's no work for me to do." Она говорила, что мне нечего делать, не остается служения. Lakshman is doing all of Ram's work. Лакшман все делает. He's doing all of Ram's work. Постоянно все делает, все выполняет дела. There's nothing for me to do. Мне ничего не остается. So she complained to Lord Ram. There's no work for me to do as your wife. Lakshman's doing everything for you from morning to night. И она пожаловалась Господу Раме, что мне ничего делать, потому что Лакшман все делает для тебя. И у Рамы возникла сложная ситуация. If he supported Lakshman, Sita would be angry, upset. And if he supported Sita, Lakshman would be angry. Если поддержать Ситу, Лакшман расстроится. Если поддержать Лакшмана, Сита расстроится. So God also got into a dilemma. И возникла такая дилемма. Ram said, we'll go to our guru.
Ирам сказал, мы отправимся к гуру. They went to the guru. Они пошли к гуру. Ram said, Lakshmana wants to serve me all the time. And Sita wants to serve me all the time. What should I do? If I stop Sita from serving, she'll be upset. If I stop Lakshmana from serving me, he'll be upset. Он спросил гуру, вот Лакшман хочет мне служить все время, и Сита хочет служить все время. Что делать, если запретить, то есть если остановить Ситу, она будет несчастлива. Если остановить Лакшмана, он будет несчастлив. Guru's job is to find a solution to difficult problems. И работа гуру в том, чтобы находить решение трудных ситуаций, трудных проблем. So the guru gave the solution. И гуру дал им решение. All the household work will be done by Sita. Все домашние дела пусть выполняет Сита. And everything else, Lakshmana will help Ram. А все остальное пусть делает Лакшман. So Sita was very happy with the decision. И Сита была очень довольна этим. But Lakshman was not. Лакшман нет. Because for some time he would not be with Ram, and that was his total meditation. Потому что это означало, что теперь иногда он не мог быть с Рамой, а он постоянно хотел быть вместе с Рамой. When Ram went to the forest, the golden deer, a demon in the form of golden deer that was sent by Ravan. Когда они были в лесу, Равана послал одного демона, который принял облик золотого оленя. Равана chased that deer. И Рама отправился в погоню за этим оленем. He told Lakshmana, guard this place, protect Sita, I'm going, I'll be back. И он сказал Лакшману, охраняй Ситу, пока меня не будет. Then Ravan made a trick with a voice. Lakshman, come and help me. И Раван устроил такую хитрость, он закричал голосом Рамы. Лакшман, приди ко мне на помощь, помоги мне. Sita heard that cry. Сита услышал этот крик. Sita was in difficulty. Она подумала, что Рама попал в сложное положение. She told Lakshman, Lakshman, go and protect your brother. He looks to be in difficulty. Она сказала Лакшману, Лакшман, иди, помоги брату, похоже, у него какие-то трудности. Lakshman said, how can he ever be in difficulty? He is the Supreme Lord. Лакшман сказал, как у него могут быть какие-то трудности, он сам Верховный Господь. Lakshman, I want you to go. Ram's life is in danger. Please leave me alone. Go. Лакшман, я хочу, чтобы ты пошел туда. Жизнь Рамы в опасности. Оставь меня здесь. Иди туда. Lakshman followed Sita's order. Лакшман последовал приказу Ситы. He left Sita alone. Оставил ее одну. And she got kidnapped by Ravan. И Равана похитил ее. Of course, that was the illusory Sita. Конечно. And that was what she got. Он похитил только иллюзорную Ситу. So Lakshman was really confused. Sometimes my elder brother says one thing, Sita says another thing. So in my next appearance, I'll appear as the older brother. И Лакшман подумал, что иногда старший брат мой дает один приказ, Сита дает другой приказ, поэтому в следующий раз я приду как старший брат. So he became the starший brat. И он стал старшим братом. So Balaram's constant meditation, as he said, was to protect Krishna. И так Баларам постоянно думал о том, как защищать Кришну. Krishna doesn't need anyone to protect him. Кришна не нуждается в защите. But that's the nature of the Lord. He depends upon his devotees. Но такова природа Господа, что ставит себя в зависимость от своих преданных. Krishna performed many superhuman pastimes. He mentioned some of them in the morning lecture. Кришна совершил множество сверхчеловеческих игр, и некоторые из них мы упомянули на утренней лекции. Krishna doesn't have to go to a gymnasium to get godly qualities. Кришне не нужно ходить в
спортзал для того, чтобы обрести могущество и какие качества Бога. Раша Муни said that person can be called God with six opulences to an unlimited degree at the same time. Парашара Муни объясняет, что Бога можно называть только того, кто обладает шестью достояниями одновременно и в бесконечной степени. Айшварасия Самаграсия. He is the richest of all. Первое, это то, что Бог самый богатый. Видишка. Strongest of all. И он самый сильный. Айшварасия. Most beautiful. Он самый красивый. Most famous. Самый известный. Most knowledgeable. Самый знающий. And потом most renowned. И самый отреченный. The one who possesses the six qualities and unlimited degree, he can be called Bhagavan. Только тот, кто обладает всеми этими шестью качествами в безграничной степени, может называться Бхагаваном. So both these qualities were manifested by Krishna and Balaram. И Кришна и Баларама проявили все эти качества. Баларама is few days older than Krishna. Баларама на несколько дней старше Кришны. Like 18th is Balaram's birthday, 25th is Krishna's birthday. 18-го день явления Баларама, а 25-го день явления Кришны. So he's 7 days older this year. Он на 7 дней старше. It's really a bit. Year to year. Sir? It varies a bit from year to year, exactly how many days older is Balaram. И в разные годы бывают разные промежутки между днями явления Кришны и Баларамы. Balaram is fair looking, pure white. У Господа Баларамы светлый цвет тела. Krishna is bluish. А у Кришны темный цвет тела. Krishna also carries a flute with him. Кришна носит с собой флейту. And one other thing he wears. И еще одну вещь он носит с собой. What's that? Что это? Peacock feather. Павлинье перо. That Balaram doesn't wear. Баларам не носит павлинье перо. Баларам carries a plow. Баларам носит плуг. And a club also. И палицу. He was exploiting pig using the club. Он очень опытен в битве на палицу. Now, as we said earlier, Баларам also represents the original spiritual master. Как я уже говорил, Баларам также олицетворяет изначального духовного учителя. So what do you do with a plow? И что делают плугом? Clean the dirty roads. Очищают, вспахивают поля, очищают от грязи. That's what the spiritual teacher does. Это то, что делает духовный учитель. Clean our heart of all the contamination. Он очищает сердце от всей скверны. Clean our heart of all the dirt. Очищает наше сердце от грязи. How? Каким образом? By giving the right instructions. Давая нам правильные наставления. So Balaram also performed superhuman activities like Krishna. Баларам также совершал сверхчеловеческие деяния, как Кришна. But Bhaktivinoda Thakur has explained that Krishna killing the different demons symbolizes if we hear these stories attentively. Then he can eliminate different anarthas that we have. Бхактивинода Хакур объясняет, что вот эти описания вот этих, если мы внимательно слушаем описание истории того, как Кришна убивал разных демонов, благодаря этому мы можем избавиться от своих анарт. Deep, if we study deeply, these demons were all devotees of the Lord. Но если заглянуть глубже, то мы поймем, что все эти демоны, они на самом деле были преданными Господа. That's why they were not ordinary demons. Поэтому они были необычными демонами. They became demons to make the Lord's pastime more relishable.
Они стали демонами для того, чтобы принести в игры Господа еще больше наслаждения. Как Хиранья-Кашипу был в свое время привратником Господа. The Lord was ready to withdraw the curse. И Господь был готов. The curse that the Kumaras had given, the Kumaras were ready to withdraw the curse they had given to Jayavijaya. И Кумары готовы были отменить проклятие, которое они наложили на Джая-Виджая. But Lord said, no, it was my desire to curse them. Но Господь сказал, нет, это мое желание, чтобы вы прокляли их. The Lord was planning on appearing. He wanted his own devotee to be the demon. То, что Господь собирался прийти в этот мир и хотел, чтобы его преданные играли роль демона. Это не значит, что вы должны начать проклинать других людей и говорить, это мое желание, чтобы вы были прокляты. So, Balaram then came and became a demon of Krishna. He did kill some. И Баларама убил не так много демонов, как Кришна, но нескольких убил. Был один могущественный демон Праламбасура. Камса послал его убить. И Праламбасура принял облик очень красивого мальчика-пастушка. Krishna and Balaram were playing. Krishna и Баларама играли. They made two teams. Они разделились на две команды. One of Krishna, one of Balaram. Одна была команда Кришны, другая команда Баларама. The deal was, whichever side lost would have to carry the winning side on the back. И они договорились, что та команда, которая выиграет, а та команда, которая проиграет, будет возить выигравшую команду у себя на плечах. Вы играли в такие игры в детстве? Yes. They're old-fashioned. Это старые, это Махапуруша. Старая игра. Махапуруша играл. I'm sure there's a Russian version to it. Я уверен, что есть русский вариант какой-то такой игры. I'm talking whatever. So, Krishna's team lost. И команда Кришны проиграла. So this means that all the members of Krishna's team would have to carry Balaram's team on their back. Это означало, что все члены команды Кришны должны были носить на плечах членов команды Баларамы. So, Krishna's team had to carry Balaram's team members on their back. Итак, команде Кришны нужно было нести на плечах команду Баларама. Баламасура had disguised himself as a handsome coward boy, but he came with the intention of Krishna killing Krishna and Balaram. You know, Krishna and Balaram, he knew, were very powerful, and no one could kill them. И Праламбасура принял облик красивого пастушка и пришел, чтобы убить Кришну и Баларама, он знал, что они очень могущественны. Он знал, что они очень могущественны. So, Праламбасура carried Balaram. И Праламбасура взял, посадил себе на плечи Баларама. He was carrying him. Slowly. He went away from where Krishna was, where the others were. И он потихоньку стал уносить Балараму в сторону ото всех. Баламасура
so powerful, expanded himself so much that his body touched the clouds. Пралабасура был настолько могущественным, что он увеличил свое тело в размерах и почти касался облаков. Can you imagine? For 30,000 feet, his planes fly above the clouds at 35,000 feet. The clouds must be at least at 3,000 feet. То есть вот самолеты летают над облаками на высоте там 10 тысяч метров. А, то есть тело Праламбасуры было до облаков, по крайней мере, сколько там? 7-8 тысяч метров. Праламбасура expanding his body within the head, Balaram on his back, with intentional killing Balaram. И Праламбасура увеличился в размерах, и он хотел убить Баларама. What did Balaram do? И что сделал Баларама? Took a wrist and knocked him down in one stroke. Он своим кулаком ударил Праламбасуру и сбил его с ног одним ударом. И он умер. Then, once Balaram and Krishna were playing, they came to the Talavan forest. И однажды Кришна и Баларам играли и пришли в лес Талаван. The 12 forests in Vrindavan. Во Вриндаване 12 лесов. Talavan is one of them. И один из них Талаван. But these days you don't see these forests. В наше время уже не увидишь этих лесов. The greedy builders have all made skyscrapers in Vrindavan. Жадные застройщики застроили весь Вриндаван небоскребами. Потому что много искорпидных купил квартира. Многие преданные искон покупают квартиры во Вриндаване, поэтому активно так строят там дома. So, Krishna Balaram came to the Talavan forest. Итак, Кришна и Баларама пришли в лес Талаван. And they were received by the cowherd friends. И их там встретили их друзья-пастушки. Кришна и Баларама. So, is there anything we can do for you? Кришна и Баларам спросили у них, что мы можем для вас сделать? And the cowherd boy says, in this forest is a very powerful ass. His name is? Janakasura. И пастушки сказали, в этом лесу живет очень могущественный осел. Его зовут Янукасура. This forest has, these trees have such fragrant fruits. We can smell the fragrance, but we can't taste the fruits. И в этом лесу растут такие ароматные фрукты. Мы можем ощутить их запах, но не можем попробовать их. Balaram said, why can't you taste the fruits? Баларам спросил, почему вы не можете их попробовать? Because there's a powerful ass demon here called Janakasura. Потому что тут живет этот могущественный демон, осел Янукасура. The moment we go to eat these fruits, Janakasura shows up and threatens to kill us. Как только мы хотим подойти и поесть фрукты, он появляется и угрожает нам, что убьет нас. Please do us a favor. Please take care of this demon Janakasura. Пожалуйста, убейте этого демона Янукасуру. Balaram said, нет проблем. Баларам сказал, нет проблем. What is this? This is no challenge. Это вообще не проблема. So he went to the tree with aromatic fruits and started yanking the trees and the fruits fell, started coming down and the devotee started eating the fruits. Он подошел к дереву, стал трясти его, а плоды падали на землю и все пастушки стали есть фрукты. Then Janakasura was thinking, these are all my fruits, except me, nobody can eat them. Янукасура думал, что все это мои фрукты, кроме меня никто не может их есть. But Balaram was yanking the trees, and the fruits were falling, and all the cowherd boys ran and started eating the fruits. Но Баларам стал трясти деревья, и плоды падали, и все пастушки стали есть эти фрукты. So then it was saw. Somebody was shaking the trees, and the fruits were falling, and these cowherd boys were eating the fruits and laughing in ecstasy. И Янукасура увидел, что кто-то
обтрясает его деревья, и потом пастушки смеются и едят его фрукты. Он увидел Балараму. Он подскочил и легнул Балараму. Баларама схватил его за ногу, раскрутил над головой и бросил так, как бросает мячик. Он упал на гигантское дерево. And the tree was so big, but Devadatta's body fell on the tree, and the tree got smashed. Дерево было огромным, но когда тело Девадатты упало на это дерево, дерево развалилось. Devadatta was so powerful, and he would walk, the whole earth would shake. Девадатта был таким могущественным, что когда он шел, земля дрожала. Devadatta was killed by Balaram. И Баларама убил Девадатту. And Devadatta's army. So, oh, Devadatta has been killed. They all came to attack Balaram. И армия Девадатты увидела, Девадатта погиб, и они все напали на Балараму. One by one, Balaram threw them out. И Баларама одного за другим раскидал их всех. So it is said that generally we all have this rooted mentality. И говорится, что у нас есть вот это желание наслаждаться плодами. These fruits are the result of my hard work. Вот это плоды моего тяжелого труда. I'm going to enjoy them. Я буду ими наслаждаться. And when the Hare Krishnas come, I'll tell them get lost. Когда ко мне обращаются кришнаиты, я им скажу убирайтесь. This is my enjoyer. Я наслаждающийся. That's the power of illusion. Таково могущество иллюзии. Where we think I am the doer. Когда мы думаем, что я тот, кто действует. I am the enjoyer. Я наслаждающийся. Krishna in the Bhagavad Gita encourages us to do our duty. Кришна в Бхагавад Гите вдохновляет нас исполнять свой долг. But he encourages us to do our duty in the mood of detachment. Но он говорит, что нужно исполнять свой долг в духе отречения. What example does he give? Какой пример он приводит? Lotus sleep in water, but doesn't touch the water. Лотос, который растет в воде, но воды не касается. I don't think you have lotuses in Vologda. В Вологде я не думаю, что у вас есть лотосы. If you want to see lotuses, you'll have to go to Tashkent. Чтобы увидеть лотосы, вам нужно будет в Ташкент поехать. Or India. Или в Индию. So. Lotus leaf is in water, but doesn't touch the water. Лотос растет в воде, но воды не касается. So Krishna encourages us to work in the mood of detachment. Don't be attached to the results. Вдохновляет нас действовать в духе непривязанности, не привязываться к результатам. Sometimes we see in our initiative rehearsals get all attached to the results. Иногда можно увидеть, что даже инициированные преданные грехасхи начинают привязываться к результатам. Like Venugasara wanted to eat the fruit, we all like to eat the fruit. Так же, как Венукасура хотел сам съесть все плоды, мы тоже хотим сами наслаждаться плодами. Но человек, который обладает знанием, понимает, что эти плоды даны мне Богом. Let me use everything in service of God. Поэтому я должен все использовать в служении Богу. Balaram was expert in playing the club, using the club. Баларама был очень опытен в битве на палице. He attained of Duryodhana also. Он обучил этому искусству Дурьотхана. The battle of Kurukshetra had started. Началась битва на Курукшетре. And Krishna took the side of the Pandavas. Кришна занял сторону Пандавов. Krishna gave the two sides a choice. Кришна дал двум сторонам выбор. They could either choose Krishna's army or choose Krishna. Они могли либо выбрать армию Кришны, либо самого Кришну. The Kauravas had the first choice. И первым была возможность выбирать у Кауравов. So Duryodhan reasoned. Krishna's not going to take part in this battle in any case. So what am I going to do with Krishna on my side? Give me Krishna's army. Дурьотхана подумал, Кришна сказал, что не будет сражаться
Поэтому какой прок от того, что Кришна будет со мной? Поэтому я выбираю армию Кришны. We want Krishna, not the army. А пандавы сказали, нам нужен Кришна, а не его армия. So Balaram didn't want to take part in the battle. Баларама не хотел участвовать в этой битве. He went to different places of pilgrimage. Поэтому он отправился по разным местам паломничества. He gave charity wherever he went. И куда бы он ни шел, он везде раздавал пожертвования. A big man, when he goes to the dhams, he gives charity. Когда какой-то важный человек отправляется в дхаму, он раздает пожертвования. Everyone giving charity, touring all different temples in India. Balaram finally came to Namasharanya. И путешествуя по разным местам паломничества, Баларам пришел в Наймишаранью. We heard of Намашараня. Слышали о Наймишаране? Has anyone been there? Кто-то из вас был там? Oh. Нет? Yeah. Anyway, I haven't been there myself. Я сам там не был. Намашараня. It's one night journey from Delhi. Намишаранья находится в ночи езды от Дели. And this time memorial, great sages sit there and discuss spiritual subject matter. Если за памятных времен мудрецы собирались там и обсуждали духовные темы. So there's a big yagya going on. Там проходила большая ягья. Not for one or two hours. Которая длилась не один или два часа. У нас яги полчаса, час идут, два часа. The yagya was going on for thousands of years. Но их ягья шла тысячи лет. And Ramahasa Sutta was specially been empowered by the sages to live for thousands of years and lead the yagya. И мудрецы дали особое благословение Рамахаршине Сутте, который возглавил ягью, чтобы он жил тысячи лет. So Balaram came to Намашараня while the discourses were going on. И Баларам пришел на Намашараню, когда там шло обсуждение. When Balaram, the Supreme Personality of Godhead, walked in, all the sages got up, offered their respects. They knew that Balaram is the Supreme Lord. Когда Баларама вошел туда, все мудрецы встали, чтобы поприветствовать его, потому что они знали, что он Верховный Господь. One person didn't get up. Но один человек не встал. Who was that? Кто это был? Рамахаршина Сутта. In one way, he was right. С какой-то точки зрения он был прав. He was sitting on the Vyasa. Он сидел на Висасане. The general etiquette, when you're on the Vyasasana, you don't have to get up. Если вы на Висасане сидите, обычно вам не нужно вставать. But here was the Supreme Lord. Но здесь пришел сам Верховный Господь. Spiritual master, servant of the Lord. Духовный учитель является слугой Бога. So when the Lord comes, everybody has to bow down. И когда приходит Бог, все должны поклониться. So Balaram thought, Ramahasana had made an offense, he should be corrected. И Господь подумал, Баларама подумал, что Рамахаршина совершил оскорбление, его нужно исправить. He took a kusa grass. Он взял травинку куша. You know what a kusa grass? Знаете, что такое трава куша? Almost like grass. Это трава такая. It's not a gun. Это не пистолет. And just touched on Balaram's own Vaishnava's face, and he died. Господь Баларама коснулся этой травинкой куша лица Рамахаршины, и он умер. So when he died, the sages, what happened? We gave him a special benediction to last for 1,000 years. Now he's dead. Who is going to carry on? Who is going to lead the yagya? Мудрецы сказали, о, что случилось, то есть когда он умер. Мы дали ему особое благословение, чтобы он жил
тысячу лет, чтобы проводить яги. Кто теперь будет проводить яги? Баларам сказал, о, вы хотите, чтобы я вернул к жизни Рамахаршину Суту? Хорошо, я могу это сделать, это не проблема. Мудрецы сказали, нет, если таково твое желание, то мы не хотим идти против него. I have a solution. И Баларам предложил решение. Сына считают представителем отца. И пусть сын Рамахаршины продолжит ягью. Good idea. И мудрецы сказали, это хорошая идея. So then Balaram said, is there anything else I can do to atone? И Баларам спросил, есть ли что-то, что я могу сделать, чтобы искупить свой поступок? I made a mistake, I want to atone. Я совершил ошибку, хочу ее исправить. Then the senior said, there is, we do yagyas here, but there's a very powerful demon. Balvala. Son of Ilvala. Мы здесь проводим яги, и здесь живет один. There's a demon called Balvala, son of Ilvala. Могущественный демон Балвала, сын Илвала. He comes and spoils our yagyas. Он приходит и мешает нам проводить яги. When we sit down to do the yagyas, Balvala will come and pass stool, urine and vomit on a yagya. Когда мы садимся проводить ягью, прилетает этот Балвала и мочится, испражняется на ягью. So, can you please take care of Balvala? Можешь ты как-то избавиться от этого Балвала? Then at least we can do the sacrifices without any interruption. Чтобы мы могли спокойно проводить здесь жертвоприношение. Balvala said, that's no problem. Баларам сказал, это не проблема. And he killed Balvala. И он убил Балвала. So the sages said, now you have atoned for what you did. И мудрецы сказали, теперь ты искупил свой поступок. Then Balaram was touring, he heard the battle of Kurukshetra was almost over. И когда Баларама путешествовал, он услышал о том, что битва на Курукшетре уже подходит к концу. So he went to Kurukshetra. И он отправился в Курукшетру. We are building a temple there now. Сейчас мы там строим храм. So he went there and he saw Duryodhana and Bhimsena were engaged in a club match. Когда он пришел в Курукшетру, он увидел, что Дурьотхана и Бхимасена сражаются на палицах. Баларама had special affection for Duryodhana. Баларама было особое чувство к Дурьотхане. And he trained him up in using the club. Он обучил его борьбе на палицах. So, when Баларама came to the scene, Бхимсена and Дурьотхана, both of them very angry, both one attacking the other with their clubs. Когда Баларама пришел туда, Дурьотхана и Бхимасена с большой яростью нападали друг на друга. Yudhishthira and Sahadev Nakula, when they saw Balaram coming in, they thought, ah, now Balaram may help Duryodhana in fighting with himself. Когда Юдиштира, Сахадева и Накула, когда увидели, что пришел Баларама, они подумали, может быть, Баларама будет сейчас помогать Дурьотхане. But Balaram gave advice to both of them. Но Баларама дал совет обоим. Balaram said, stop fighting! None of you are going to win. Он сказал, прекратите сражаться, вы не можете победить друг друга. Duryodhana knows the art of fighting with the club better. Дурьотхана лучше владеет палицей. And Bhimsen stronger in body. А Бхимасен сильнее. But they were in such an angry mood, they didn't accept their advice. Но они были так разгневаны, что не приняли совет Баларамы. And they continued fighting. Продолжили сражаться. So there are many wonderful pastimes about Balaram. Есть много удивительных игр о Господе Балараме. When Balaram told his brother, can I be Krishna for one day? Однажды Баларама
сказал Кришне, могу я побыть тобой один день? Баларама называют Дауджи. Дауджи means... What does Дауджи mean? Что значит Дауджи? Старший брат. Старший брат. So Balaram is the older brother, so Krishna calls him Dauji. Balarama старший брат, поэтому Кришна называет его Дауджи. Krishna says, yes, whatever you want, Krishna, you can become Krishna for one day. Krishna сказал, да, что хочешь, может быть, мной один день. So Krishna lent his peacock feather and flew to Balaram for one day. И Кришна одолжил Баларами на день свое перо, павлинье и флейту. Камса was regularly sending demons to attack Krishna. Камса постоянно посылал разных демонов, чтобы они нападали на Кришну. He was sending another demon called Keshi demon to Vrindavan to kill Krishna. И он послал одного, еще одного демона, демона Кеши во Вриндаван, чтобы он убил Кришну. The Keshi demon said, yes, Kamsa. How will I recognize who Krishna is? They all look alike to me. И Кеша спросил Камсу, как Кришну узнать? So they all look alike to me. Потому что все они одинаково выглядят. And Kamsa said, will not be a problem. Krishna is the only one wearing a peacock feather and with a flute. И Камсу сказал, это несложно. Кришна – это единственный, кто там ходит с павлиньим пером и флейтой. Кеша пришел во Вриндаван и стал искать Кришну, у которого павлинье перо и флейта. Но в этот день как раз Баларама носил. Играл роль Кришны. The Keshi demon saw Balaram. И демон Кеша увидел Баларама. He thought it was Krishna. Но подумал, что это Кришна. He came from behind and gave Balaram a heavy kick and Balaram went flying in the sky. Он подскочил сзади и со всех сил легнул Балараму. И Баларама отлетел на большое расстояние. So Balaram said, when the Krishna said, please take a peacock feather. I flew back. I had a horrible experience in one day. И Баларама пришел к Кришне и сказал, возьми свое перо и свою флейту. Спасибо, у меня был очень ужасный опыт. So the meaning was with Balaram the Balaram. Есть много удивительных игр Баларама. And Balaram appeared later on as Lord Nityananda. Позже Баларама явился как Господь Нитянанда. The older brother Chaitanya Mahaprabhu. Старший брат Чайтанья Махапрабху. And I see Balaram, Lord Nityananda, he helped Chaitanya Mahaprabhu in his pastimes. И как Господь Нитянанда, он помогал Господу Чайтанье в его играх. Balaram, Nityananda, Lord, was initiated by Balaram Puri. By Chaitanya Mahaprabhu, the grandfather, spiritual grandfather. Господь Нитянанда получил посвящение Мадхавендра Пури у духовного учителя Господа Чайтанья. Chaitanya Mahaprabhu preached to Prakashananda Saraswati, Sarvabharacharya, King Padapudra, Chankadi, and many important personalities. Господь Чайтанья проповедовал очень многим важным людям, с Рабами Бхаттачарьи, Пракашананда Сарасвати, царю Пратапарудри, Чандукази и другим. И Господь Нитянанда, он сказал, ты ходи от дома к дому и проповедуй всем людям. Go house to house with the following message. Иди по домам с таким посланием. Воло Кришна Бхаджа Кришна Куру Кришна Сикшна. Request everyone, please chant the name of Krishna. Worship Krishna and follow Krishna's instructions. Bolo Krishna Bhaja Krishna Kora Krishna Shiksha. Повторяйте святое имя Кришны, поклоняйтесь Кришне и выполняйте наставления Кришны. And Nityananda did that. And among his there many people that he rescued were the most fallen. Jagai Magai. И Господь Нитянанда последовал этому приказу
И среди многих людей, которых он спас, были самые падшие люди, это Джагай Мадхай. И Шрила Прабхупада также превратил тысячи джагаев, мадхаев, преданных. И в этот благоприятный день мы должны молиться Господу Баларами, чтобы Он дал нам духовную силу. Первые божества Кришны Баларама в Искон были установлены во Вриндаван Дхаме. Они были установлены в день Рама Навами в 1975 году. То место, где построен храм, называется Раман Рети. И Кришна Баларама играли там в детстве. The Prabhupada in the inauguration lecture said, Balaram is the source of spiritual strength. Во время лекции на открытии храма Шрила Прабхупада сказал, Баларам это источник духовной силы. So we should pray to Lord Balaram to please give us spiritual strength to fight Maya. И молитесь Господу Балараме о том, чтобы он даровал вам духовную силу сражаться с Майей. Is Maya strong or weak in Vologda? Майя Вологде сильная или слабая? Vologda is a small town, so maybe Maya is weaker here. Вологда маленький город, может быть, здесь Майя слабее. In Moscow maybe bigger. В Москве, наверное, побольше Майя. Большой город. Там город побольше. Is that true for Maya? Так? Weak in small cities, strong in big cities. Можно так сказать, что в маленьких городах майя слабее, а в больших городах майя сильнее? No. Нет? Нет, правда. It's not true. Не так? The майя is powerful everywhere. Майя везде сильная. Even in a small village. Даже в маленькой деревне. Yes. Майя, thanks to technology, майя's influence is all pervasive. Благодаря технологии влияние майи всепроникающее. Нам нужна защита от майи. И когда мы повторяем Хари Кришна Махамантру, имя Баларамы также входит в Махамантру. Поэтому мы должны повторять Махамантру внимательно. Читать книги Шрилы Прабхупады, общаться с преданными, развивать настроение смирения и скромности. Humility and meekness are very important measures to attract the Lord. Смирение и скромность — это очень важные качества, чтобы привлечь Господа. And then you can make spiritual И тогда вы сможете духовно совершить. You want to do that? Хотите это сделать? Точно? Точно. Окей, Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна. Any questions? I'll take a few minutes. Я могу несколько минут ответить на вопросы. So did you understand something? Что-то поняли вы? Yes, no. Да или нет? Окей. Yes, I saw some hands. Кто-то руку поднимал. Yes. Задавайте. Можно, да? Yes, пришло. Спасибо за лекцию, дорогой Махарадж. В этом году был открыт первый мужской университет жизни, где обучают мужчин на основе ведических знаний. Его открыли такие мудрецы, как Садху Махарадж, Гавардхан Гопал, Мари Камала, Шутка Прабу. И мужчины преподавательский состав просят вашего благословения, это во-первых, да? И второе, хотят задать вопрос, какова роль мужчины в этой жизни, какова его миссия и какими качествами должен обладать настоящий мужчина? This year,
Саду, Бхактивиданта Саду Махараджа, Шутха, Малика Мала, and others, Гурадан Гопал, they opened the first university for men based on Vedic philosophy. And so they asked the teachers from this university, first of all, they ask for your blessings, and they ask what is the role of man in this life and what instructions they should follow. They are asking me directly? Yes. They are asking me directly through you? То есть через вас они просят сказать это, да? Да. Yes. When did they ask you? Когда они вас попросили? Утром. In the morning. Попросили. Наша цель в том, чтобы всех занять преданным служением. Я им уже пожелал удачи. Это хорошее дело они делают. Они знают сами смысл жизни в соответствии с ведическими писаниями. Окей. Какими качествами мужчина должен обладать? What qualities the man should have? What is the mission of Krishna talks about 26 qualities of a devotee. Кришна описывает 26 качеств преданного. Нужно стараться развивать эти качества. Почему Лакшман послушал ситху и побежал спасать? Why did Lakshman listen to Sita and went away to save Rama? Why he didn't follow Rama's orders to stay there? То, что Сита его ругала, говорила, что почему ты не хочешь спасти брата. Иди. Твой брат Рама в опасности. Ваше святейшество, вот в чем разница той силы, которая нам позволяет справиться с вот этими шестью врагами, то есть это также похоже духовная сила, да? Шесть врагов в уме, которые вы называли, и той силой, которая приходит от Баларамы, когда он приходит к нам уже непосредственно. Есть ли разница в этих разных? Или это одна и та же сила? В чем разница? Is there any difference between the strength we get to fight the six enemies and the strength that we are getting from Balaram? We get our strength by chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Мы получаем силу, повторяя Hare Krishna Maha Mantra. The Maha Mantra includes Rama. И там имя Рама, так, Баларама присутствует. So there's no difference. Поэтому разницы нет. Это та же сила. Нет разницы между силой, которую получаете служа Кришне или служа Баларами. Это одна сила. Это одна сила. Спасибо, Махарадж, за лекцию. Вот я такой вопрос. Рассказывали, что Камса убил 6 сыновей мальчика, вот, и они олицетворяют анархию. Так вот, может, смысл какой-то есть, что Камса это какое-то благо сделал, на самом деле, или какой-то еще смысл? Освободил Васудеву от анархии, какой смысл какой-то есть? Может, благо сделал Камса, убив эти анархии? When Камса killed this six sons who represent Anarthas. Did he do some good by that? He freed Vasudeva of Anarthas? Will he clear the way for Krishna to appear? Таким образом было подготовлено явление Кришны. Krishna appeared.
Кришна явился после этого. Нарада Муни хотел, чтобы Кришна явился, поэтому он это все устроил. Еще один вопрос, и мы закончим. I heard in the lecture that Duryodhana, because he died in Krishna's presence, he went to heaven, but he committed so many sins and he attacked Pandava's great devotees. Why he didn't go to hell? Everyone who died in Kurukshetra battle went back to Godhead. Все, кто погибли в битве на Курукшетре, отправились к Богу. And they saw Krishna was leaving their body. Потому что видели Кришну, оставляя тело. Even though they may commit Vaishnava Parada. Yeah, they saw Krishna. Они увидели Кришну, и очистились. If the Lord's will, then the battle takes place. If the Lord's will, then the battle. Это было желание Господа, чтобы эта битва состоялась. Will you stop at this point? На этом я хочу закончить.